особенно частные предприятия, я заметил вчера, информация поступила, начали сворачивать работу, прежде всего со строительных фирм, и главное, начали увольнять людей. Передайте частникам, чтобы это все услышали, если только хоть одна компания выкинет на улицу людей, в государственных это невозможно, потому что мы это контролируем. Но хоть одна частная компания, мелкая, большая, выкинет на улицу, уволит сейчас людей, она вряд ли дальше будет существовать в Беларуси. В трудное время людей надо сохранить. Пускай в карманах у себя, в сейфах пороется, поддержит свою компанию и поддержит людей, которые на них работали и зарабатывали эти деньги. Небольшая еще проблема, это только начало, но может быть хуже. Выкинуть людей проще. Карманы набиты деньгами, особенно у строителей. На этих же людях на квартиру заработали. Сейчас он людей выкинет, и эти деньги будет тратить на себя. А потом придет к нему и скажет: слушай, ну вот я ж тут рабочая сила, я могу восстановить, но ты дай мне или дешевый кредит, или дай субсидию из бюджета. Пусть последним поделится, но людей на улицу не выкинет.